воблеры серии Bigster имеют очень интересную лопатку. Эта лопатка вогнутая и довольно-таки большая по площади. В результате воблеры данной серии имеют очень интересную игру на самой-самой медленной скорости проводки. Bigster специально создан для ловли троллингом на малых скоростях. Даже если лодка движется со скоростью всего лишь 2-3 км в час, он хорошо и устойчиво играет. Обычно при ловле на такой незначительной скорости используются лишь специальные легкие троллинговые колебалки. Не может не радовать тот факт, что теперь конкуренцию подобным колебалкам составит Bigster. Раскраска воблеров весьма разнообразна. Но опытный глаз сразу заметит, что даже воблеры натуральной расцветки имеют яркие флуоресцентные оттенки. Кроме того, и сами лопасти у некоторых моделей имеют ярко-красные цвета. Это косвенный признак того, что данная серия воблеров предназначена именно для троллинга. Огрузка в Бигстерах размещена стационарно и надежно закреплена. Тем самым разработчики добились идеальной балансировки и относительной тишины во время проводки. Не секрет, что большинство воблеров излишне шумные. Иногда шум привлекает рыбу, но иногда и настораживает. Воблеры серии Bigster при проводке издают шум только заводными кольцами и крючками. Эта приманка специально создана для троллинговой ловли судака, щуки, окуня и лосося. Особенно хороши бигстеры для ночной ловли судака. Именно для ночной ловли и существуют светящиеся варианты раскраски воблеров. Все воблеры данной серии плавающие. При ловле на реках это нужно обязательно использовать, потому что такой воблер можно сплавить по течению на значительное расстояние и только потом начать подмотку. Очень эффективно воблеры данной серии использовать при ловле на реках, на перекатах, в комбинации с поводковой оснасткой. Поводковая оснастка позволяет проводить воблер у самого дна, на каменистых перекатах, в сложных местах, во всех тех местах, до которых трудно добросить и трудно провести на нужной нам глубине приманку. А поводковая оснастка позволяет это с легкостью сделать. В любом месте можно остановить подмотку, и воблер за счет того, что он изначально рассчитан на работу на предельно медленных скоростях, даже медленное течение будет заставлять его работать. Очень трудно найти для поводковой оснастки воблер, который бы так эффективно работал, как Bigster. Эти воблеры отлично работают на различных вариантах твичинговой проводки, а также на проводке Stop & Go.